торговля золотом с помощью блокчейн. Королевский монетный двор объявил о запуске платформы по выпуску цифрового золота. Также представители заявили о сотрудничестве с SME Group, рынком деривативов, с помощью которого продукт будет развиваться. Новое цифровое золото Royal Mint Gold, эмиссия которого составит до 1 миллиарда золотых слитков, будет храниться при монетном дворе в Уэльсе.